В Душанбе прошла презентация стратегии Евразийского банка развития в Республике Таджикистан. Она рассчитана до 2026 года. В ключевые задачи входят обеспечение энергетической и продовольственной безопасности страны, развитие агропромышленности и предпринимательства. Уже состоялось подписание первых соглашений. Также банк сформировал пул будущих проектов на потенциальное финансирование в размере 500 миллионов долларов. В этом пуле есть гидроэнергетические проекты, ГЭС, в том числе на реке Заравшан. В этом проекте есть агропромышленного комплекса проекты. Это косточковые хозяйства, виноградные, проекты по консервированию продуктов, проекты по созданию транспортно-логистических центров для того, чтобы обеспечить экспорт продовольствия. В него входят также проекты по строительству линий передачи электро и также проекты по финансированию микро- и малого бизнеса. Такая стратегия принята впервые. Напомню, Евразийский банк развития – это международная финансовая организация. Она осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.